половина 12 утра по территории парка Толстого разносятся узнаваемые мелодии. В парк начинают стягиваться горожане, пенсионеры, школьники, студенты. Многие приходят с семьями. Отдохнуть, погулять. А я попрыгать на батутном центре. Аниматоры вместе с детьми разучивают различные национальные танцы. Для детей, которые предпочитают более спокойную обстановку, провели мастер-классы по разукрашиванию брелоков цвет флага России. А на экологическом уроке в игровой форме рассказали, почему и как нужно сохранять природу. Кроме этого, ребята могли покормить и поиграть с питомцами из приюта. Давай лапу. Стойте, мой хороший. Главное представление прошло под крышей летней эстрады. На сцене выступали творческие коллективы города, дети и взрослые играли на музыкальных инструментах, танцевали и пели. С Днем России жителей и гостей Химок поздравила Ирина Роднина. Чтобы каждое поколение в нашей стране жило интересно, успешно, добивалось тех результатов, которые они перед собой ставили, прославляло себя, свою семью, свою страну. Для полутора десятка школьников День России стал особенным. На днях им исполнилось 14 лет. В торжественной обстановке лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Михаил Раев и Елена Андреева, а также председатель Совета депутатов «Химок» Александр Дринов вручили школьникам паспорта. Я очень сильно волновалась. Я получила свой первый паспорт. Теперь я полноценный гражданин России. День России – это праздник суверенитета и свободы гражданского мира, закона и справедливости. Отмечается с 1992 года. От всей души поздравляю всех химчан с праздником Днем России. Желаю всем здоровья, благополучия, удачи, взаимопонимания. У нас великая страна, у нас великие и талантливые люди. Я хочу, чтобы наша страна развивалась и дальше, процветала. Всех с праздником! Наша история полна великих событий, великих подвигов, великих свершений. Наш народ показал себя сильным, стойким и независимым. От всей души поздравляю с столь великим праздником. Необходимо беречь нашу Родину и помнить свои корни. Мастер-классы, танцевальные зарядки, детские дискотеки и выступления творческих коллективов в День России прошли во всех микрорайонах города, создавая атмосферу национального единства и чувства гордости за свою страну. Александр Сергеев, Николай Забродин, новости Химки ТВ.